Волжский проспект – один из самых оживленных маршрутов Самары. Чтобы сохранять здесь высокую пропускную способность, за состоянием дорожного полотна следят каждый сезон. В этом году, обновляя участок, применяют новую асфальтобетонную смесь. Использование современных материалов – залог долгой службы свежего покрытия. На данном участке производятся работы по фрезерованию старого покрытия и устройству нового покрытия из асфальтобетонной смеси ЧМА-16. В этом году планируется участок от Вилоновской до ЦСКА ВВС, а в следующем году уже продолжение до улицы Осипенко. На участке от улицы Вилоновской до бассейна ЦСКА ВВС также установили новые люки и ливневки. Выполнен также подъем колодцев и дождеприемных и смотровых на проектной отметке и устройство верхнего слоя. В общем, по объекту работа выполнена более чем на 80%. На отремонтированном участке дороги установят новые опоры освещения. Их начнут обновлять после полного устройства дорожного полотна. Михаил Ерболенко, Николай Епифанов, Константин Головин. События.